Изначально мы решили оттолкнуться от игрового режима World of Tanks и посмотреть, смогут ли самолеты, подобно танкам, захватывать базу противника, то есть летать над определенным кругом над картой. Мы попробовали поиграть в захват базы. Но быстро стало понятно, что он превращается в полную кашу. Дело в том, что карты в самолетах намного больше, чем в танках, и попытки сосредоточить технику в определенных местах на карте делают игровой процесс скучным. На сегодняшний день мы обсудили около 10 возможных вариантов боевых режимов. После горячих споров, прототипирования, обсуждений мы остановились на режиме, который называется «Превосходство». Прочие варианты мы или отбраковали, или взяли на заметку. Суть данного режима такова. После того, как вы и ваши товарищи, а также как и ваши соперники, попадаете на карту, вы можете атаковать как воздушные цели, так и наземные. Выбор цели, естественно, определяется типом самолета. Например, на штурмовиках, естественно, выгоднее будет пытаться атаковать наземные объекты, а задача более легких самолетов – добиться превосходства в воздухе. За каждый уничтоженный объект игрок получает один или несколько баллов. И после того, как объект уничтожен, начинается так называемый отчет преимущества. Это такой ползунок вверху экрана, который показывает, насколько одна команда превосходит другую в данный момент. Чем больше разрыв в счете, тем больше ползунок стремится к 100%. Бой заканчивается, когда ползунок достигает 100% или когда одна из команд полностью уничтожена. Именно этот режим представлен сейчас в тестировании и будет включен в релиз. Безусловно, есть огромное желание включить множество режимов. Однако мы хотим дать только лучшее нашим игрокам. Так, например, сейчас мы работаем над режимом, который можно условно назвать эскорт либо перехват. Команда бомбардировщиков под управлением искусственного интеллекта нуждается в защите, либо наоборот в перехвате. World of Warplanes – достаточно сложный порог вхождения в игру. Это связано с сложностями в управлении самолетом. Поэтому мы решили включить такой режим, который называется «Обучение новичков». Это будет некий набор PvE режимов, которые станут своеобразными туториалами для новичков. Первый урок уже практически готов. В нем игрок научится делать вираж, набирать высоту и освоит простейшие навыки пилотирования. Когда игрок почувствует, что справляется с управлением, мы будем предлагать ему различные PvE-миссии, например, сбивать летящих на него ботов. Таким образом, уже сейчас можно сказать, что в релизе игроки будут играть в режиме превосходства. Начинать свою самолетную карьеру в режиме обучения, без которого, как нам кажется, нельзя выпускать игру в свет. Ну а в будущем мы обязательно предложим игрокам другие формы противостояния в воздухе.